Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Дар Риди, и если вам нравится мой канал, обязательно подпишитесь, поделитесь и прокомментируйте. А, и не забудьте класс поставить, если вам понравилось видео. Что же, мы продолжаем играть в игрушку, в флеш-игрушку «Командир батальона». Что ж, второй выпуск. Вот так, мы, значит, решили взять... Тут был, короче, дробаш. Мы взяли пистолет и дробаш. Вот, два в одном. Сразу перешагнули, значит. Ну, потом еще купим. Посмотрим, что это будет. Окей, гоу. О, довольно-таки быстро он стал стрелять. Так, нам нужно очень много золота. И отряд. Обязательно отряд. Ох ты, блин. О, вот теперь двое уже лучше. Трое — это вообще классно. Так, продолжаем. Наш рекорд 786 метров. Надо запомнить. Где-то там начался шискач. Поэтому нам понадобится авиаудар. Так, пока что все нормально. Хотя нет, не очень. Вроде отбиваемся. А вроде... С одной стороны отбиваемся, с другой нет. Так, давайте возьмем гренадеры. Одного пожертвовал, правда. Так, еще какой-то человечек, давайте спасем его. О, уже два гренадера, это хорошо. У меня тоже есть авиаудар. Что это вы? Расстрелялись. Я тоже так могу. О, чуваки какие-то, вот эти мощные. С автоматами, блин. Так, ладно, леди, правую сторону надо зачистить. Ладно, левую мы не успеем зачистить. Блин, снайпер. Аптека, это хорошо, это просто замечательно. За них, я понимаю, тоже за человечков нельзя задевать. Потому что можно умереть. Так, 610. Замечательно, давайте что-нибудь купим. Размечтался. Не, можно каску купить. О, Рифлеймен. То есть, по-моему, это будет больше количество или брони у них будет больше, или больше количество человечков. Давайте прокачаем. Окей, плей. А, то есть я сразу начинаю с одним товарищем. Замечательно, это мне нравится. Вдвоем как-то веселее, то одному скучно было. Так, снайпер. Окей, гренадер мне нравится, это хорошо. Так, хорошо, будем держать левую сторону. Ну, еще один. Замечательно. У нас четверо. Ух ты, четверо — это уже просто класс. Да, ну игрушку эту не так-то просто пройти. Не знаю, получится ли у нас, нет, но хотелось бы, конечно, пройти ее до конца. По сути, если очень хорошо стараться, можно ее просто с первой игры пройти. Ну, если вы супер профессионал, у вас мега реакция, если вы уникум, то вполне возможно, кто его знает, с кем черт не шутит. Так, гренадер. Надо поаккуратнее, давайте пробуем взять. Окей, взяли. Сколько нас уже? 4-6. Нас уже 6 человечков. Из них 3 гренадера, это классно. То есть они просто обстреливают, закидывают их гранатами. Да, вот как раз трое автоматчиков. Ух ты, еще гренадер. Ну, я думаю, хана мне даже авиаудар, наверное, не понадобится. Будем держать просто территорию всю. Будем стараться держать территорию. Так, на корняк у меня есть авиаудар. Нужно об этом не забывать. Сколько гренадеров? Ёлки-палки. Сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь нас уже. Так, хорошо, держим территорию. Стараемся держать территорию. Собирать, несомненно, золото.
золото даже более важнее, чем опыт. Не, не взял одного. Ну, значит, максимум 8 пока что. Мы можем с собой таскать человечков. Чем больше человечков, тем сложнее их сохранить. Давайте еще раз посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 8. То есть один я и 7 человечков. Ты какая, блин, большая армия у них. Самое главное не оставаться на месте. Представьте такой в ряд. Они выстроятся. Что интересно будет. Может быть, не стоит освобождать пока что. Может быть, он нам пригодится. Так, как я и говорил, может быть, он нам пригодится. Используем магию удар, потому что тут же скать начался. И они, короче, из машины выбежали. Так, ну мне повезло. Мне нужен еще и удар, пусть пока что копится он. О, это, ребят, просто жопа какая-то началась. Вакханалия, блин. Так, аптека. Блин, елки-палки. Ненавижу этих машинистов. Блин, мне один раз ударить, и все. Ай, блин. Меня такую-нибудь броню или больше жизни. Так, что ж, что могу улучшить? Давайте посмотрим. Не хватает, зато не хватает вот на это. Давайте купим. То есть, я так понимаю, что у меня сразу уже 3 будет человечка. Это хорошо. Окей. Так, будем осторожнее играть. Плей. Да, мы уже втроем начинаем. Так, справа, справа, слева. Началась жопа. Сколько мне надо 1000 набрать? Пока что мало. Так, жди, 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 чувак, сейчас мы тебя подберем. Окей, хорошо. В трассе у меня было 8 человечков, не знаю, сейчас будет больше, нет? Было бы замечательно, пусть хотя бы 9 будет. А, прошлый рекорд мы не побили. Ну, там реально очень сложно было. Так, пока собираем армию. Так, 4-6 у нас пока что. Даже, ну, пофиг, умрет ли наша свита. Самое главное, не убить нашего героя. Главное, потому что если погибнет вожак, погибнет вся стая. Так, ну пока что держим оборону. Там... На 500 где-то, на 500 метров начнется вакханалия первая. Так, снайпер. Ну вот фиг тебе. Так, 6, 7, 7 пока что. Много гренадеров, это замечательно. Так, держим вверх, значит, пока что. Вот машины меня убивают. В прямом, в переносном, во всех смыслах убивают. Да вот, нате, получайте. И вертолет еще не погиб. Сколько в те раз надо ударить? И ни золота, ничего не выпало из вертолета. Я столько войск потерял за него. И не знаю, смогу ли я пройти далее. Ах ты ж, блин. Еще один вертолет. Снайпера снял. Так, нам надо освободить его. Ну, пока что мне плохо получается. Убили вожака.
Так, блин, мне не хватает ни на что. Мало денег. Да, мало денег. Придется продолжать пока что так. И пытаться как можно дальше пройти. Ладно, все, будем предельно аккуратно. Будем беречь авиаудар. Надеюсь, сейчас будет полегче. А, ну газер... Ух ты. Еще вот эти летают. Ни хрена себе. Как я увернулся от них. Ловко. Золота мне надо очень много. Я понимаю, золото, ну, чаще выпадает из человечков, нежели всяких там бункеров и вертолетов. Так, ну уже такой солидный отряд. Сейчас надо собрать все золото. Близко сильно не надо подходить. То есть он на расстоянии, каком-то расстоянии уже забирает. Ты раньше перестарался, ну, более близко подходил. Толку никого нету. Счастье. Вот, у нас пока 8. По-моему, я сейчас должен, могу 9-рых уже взять. Ну, если я не ошибаюсь, если я правильно понял. $420 монет, но мне надо хотя бы 1000, чтобы я улучшение сделал. Так, все остальное потом соберем. Самое главное сейчас всех обезоружить. Так, собираем опыт. Бережем аптечки. Теперь давайте правую сторону надо зачесть. А, они исчезают со временем. Хреново. Я хотел, ну, выиграть этим самым, но не получилось. Так, да, давайте будем более далеко держаться. Так, правую сторону надо зачистить. Так, теперь левую. Блин, не надо дать им развиться. О, вот сейчас вакханалия начнется. Сейчас немножко подождем и используем авиаудар. Или не используем. Может быть, так справимся. Да, вроде справляемся. Не знаю, тут что ли использовать. Да, давайте использовать. Это нам хорошо помогло очень. Так, ну мы до сих пор не поставили рекорд. Не побили старый рекорд. Так, вертолет сделали, значит. Это хорошо. Это есть good. Так, давайте сначала центр обезоружим. Теперь бункер один. Второй уже поздно. Так, есть шанс взять аптеку. Сейчас мы их всех взорвем. Так, обезоружим бункер. Сейчас мы возьмем отряд наш. Улучшим. И просто будем ждать, надеяться на супер... На авиаудар. Дурацкая машина, блин, она еще быстро едет. И много пуль выпускает. Нет, 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 не хочу умирать. Я сильно молодой еще пока что. Так, что случилось? А, я использовал авиаудар. Почему-то звук пропал. Ладно, разберемся.
Блин, у меня осталось-то один раз только задеть. Скоро у нас рекорд побьем. Ну, не судьба, не получилось. Но мы прошли уже больше половину. Так, вот зато у нас включился звук. Скоро какая-то сеточка, короче, будет, видите, она наполнилась до 19. Скоро какое-то улучшение будет, видимо. Так, новый ранг. Ух ты, тачка. Вау, вау, вау. И что это будет? Давайте возьмем тачку. Это будет интересно. Плей. Так, а что это значит? Зачем мне эта тачка? Долго ли мне ее хватит? А, и вот, и мы, короче, с тачки уже выползаем. Мы уже очень много-много прошли. Круто-круто, ребят. Такого еще не было. И сразу такой большой отряд у меня из 7 человечков. Да, это мега круто было. Тачка, это было, конечно, жесть. Я думаю, враг даже, ну, в шок, или он не ожидал такого от нас. Хотя, я думаю, сейчас он уже ничему не удивится, так как он уже нас знает. Так, какое-то улучшение, что ли, или что это было? Так, у нас, значит, 7 человечков. Большой отряд, мы должны их замочить. Так, и вот справа большое скопление врагов. Надо постараться их убить. Потому что потом будет более опасно. Лучше заранее устранить угрозу. И теперь с левой стороны то же самое. Так, авиаудар. Я совсем один остался. Хотя бы одного, блин, взять. Уже вдвоем как-то попроще, блин. Одному слишком тяжело. Так, давайте подберем. Лечимся. Тут без авиаудара на них она. Что такие-то глюки аж начались. Нифига себе, флеш-игрушка тормозит. Или что у меня, почему так? О, все, 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 ребят, это я не желез. Все, погибли. Но у меня 1000 золота. 1000 золота, это классно. Так, что я могу прокачать? Вот это хочу прокачать, какой-то огонь. Skills. А, напалм. Давайте прокачаем его. Окей. Продолжаем. Так. И мы, короче, с тачки начинаем. Так, я должен всяких человечков собирать, но не попадать, короче. Половину прошли. Не попадать на всякие бочки, да, вот это самое главное мне. А, у меня какая-то броня, что ли? Вот что это было? У меня оружие, по-моему, стало более мощное. Ух ты, смотри, как они эпично бьют. Ура, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, девять. Есть у меня какой-то огонь еще. Новое оружие. Ладно, попробуем его, как будет тяжело. У меня патроны, видимо, более мощные стали, более быстро летят. То есть их даже не видно, как они летят. Как я понимаю. Так, ну зато очень много золота. Это классно. Сколько мы, половину уже прошли? Да, с машинкой. С машинкой у нас много шансов, конечно, победить. То есть самое главное на машинке, как можно дальше проехать. Блин. Дурачки, дурацкие тачки. А, вот, значит, огонь такой. Блин. Ну и попал же я в замес.
Так, одного освободили. Да, ну сейчас нам будет сложно, конечно. Вон он, еще один. То есть я могу выбирать. Мне кажется, его удар был лучше. Зато это быстрее наполняется. Вот этот огонь. Ну, быстрее заряжается. Так, 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 осторожно. О, все, погиб. Ну, у меня 300 жизней, и это хорошо. Так, по сути, вот почему огонь? Допустим, я хочу взять ракету. А, вот, я могу выбирать между ракетой или огнем. Хорошо, будет огонь у нас. Так, мне предлагается что-нибудь прокачаться. Прокачать. Давайте прокачаем. Тут еще какая-то звезда и звезда и... А, видимо, больше на 20% не будет монеток и опыта прибавляться. Да, это очень актуально. Окей, гоу. Так, собираем наши войска. И главное, не попадаться, короче, на мины всякие. Так. Я стараюсь следить за всем событием. Так, 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 так. Ух ты, где мы вылезли? Я аж на звук, короче, пропал. Ну, ничего страшного. У нас какая-то броня на время. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, девять. И мы уже, смотрите, 809 метров прошли. То есть, благодаря машинке мы уже так быстро и легко побили рекорд. Так, скоро, скоро накопится. Вот, накопилось. Выпускаем мега сильный удар. Так, лечимся. Пока что, я думаю, может быть, это максимум 9 человечков. В принципе, 9 очень хорошо, даже нормально, мне кажется. Ну, больше не обязательно. 9 человечков само то. Хотя, если можно, и 11, 13, 15. Я боюсь, что вдруг будет лагать. Флеш-приложение, но оно реально крутое. О, не знаю, скоро финиш, может быть, мы победим. Или будет какой-нибудь второй левел. Ну, второй уровень. Так, давайте подпалим всех, поджарим. В принципе, да, мы, я думаю, оставим вот это оружие. Авиаудар, конечно, был крутой. Ну, и это тоже неплохое. Оно быстро переряжается, вот в чем большой плюс его, большое преимущество перед другими. Так, вертолетик, 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 вертолет. Так, хорошо, взорвали. Блин, сколько же вас много-то? Чем дальше, тем, чем дальше в лес, тем... Уф. Вообще сложно сейчас. Очень сложно. Мега сложно. А, нас очень мало, нас очень мало, нас жизнь как мало. Блин. Аж на звук пропадает, ну, такой вот глюк. Так, ладно, можем что-нибудь улучшить, это хорошо. Я думаю, самое актуальное будет аптеку взять. Да, давайте так и сделаем. Конечно, бы хотелось пулемет. Ай, пофиг, давайте пулемет. Не выдержал, не смог я. А, вот у меня был пистолет, и я сразу тут пулемет взял. Можно было, в принципе, дробаш взять. А, я дробаш-то пропустил в тот раз. И начнем из пулемета. Так, самое главное... О, блин, как можно дальше проехать? Так, вправо. Влево, влево, влево. И такая вот поддержка, то есть машина пропадает, у меня поддержка. Не знаю, откуда его. А, вот он у меня, короче, пулемет теперь есть. Это круто, с пулеметом мне будет полегче. Я дробаш пропустил, то есть, ну, в принципе, потом можно будет его взять.
Я думаю, это ни к чему, мы просто сэкономили 500 золота. Что-то я быстро потратил свое улучшение, нифига себе. Со всех сторон мочат. Жесть. Ну, в засаду попали. Так, высвободил одного. Так, сюда. Ах ты, блин. Поторопился немножко. Так, ничего страшного. Так, мне не хватает до аптеки. Можно было дробаш купить. А, это, короче, проценты улучшает дробовик и пистолет. А это улучшает тоже дробовик и пистолет. Это улучшение. Вот это был мой навык. Ну ладно. Go. Так, давайте, нам надо как можно дальше уехать. И отряд. Несомненно, отряд собрать. Так, блин. Ёлки-палки. Машина взрывается, и все вокруг тоже взрывается. 200 голдов мы собрали, это какой-то бонус дополнительный. Так, ну у меня уже отряд накапливается. О, уже по 12 дают, ну все правильно, я так улучшил навык, чтобы больше зарабатывать. Я думаю, я это сделал не зря. Так, взрываем бункер. Теперь надо снайперка убить. Нужно защищать поле. Рекорд у нас 1000 метров мы прошли. Кстати, обзор затянулся. Да, вот я думаю, сейчас последний раз будет, и мы прервемся. Это был долгий обзор. Я сам заигрался, честно говоря. На время не смотрел. Нифига себе. Жестяк, ребят. Это жесть какая-то. Нифига, их там много. Погибли. А, какие-то еще вот умения дополнительные появляются. А, то есть как я достигну какого-то определенного улучшения, мне дадут за это там 110 опыта и 250 золота. Так, ладно, на этом закончим обзор, как я и говорил. И вернемся в следующей серии. С вами был Дариди, всем пока-пока.